Чё по центру кот не прогружен? Интегал. Чёрный месть. Интегал. Контакт. Keep your eyes peeled, guys. Yeah. Роджер. Кого не кинуло в рацию? Роджер. А у него скачан он вообще нет? Роджер на четвёрке. Бля. Какой сцены. Жёсткие. Всем привет. У кого-то N249 порядок. Это у меня. А у тебя Максим РПГ. А, я буквально гранатометчик. Ну да. Будешь с трубы стрелять в этом, в помещении? О, ты стоишь с пистолетом, а вы с пистолетами стоите. Ну это пацаны стоят, я сижу тоже. Я инженер, у меня только пистолет. Джокер, у тебя тиммейт еще есть. Так, а что нам? Ребята, у нас ковер не в рации. А в берете, Радос, это ты, да? Бля, как я давно не играл. Раду, ты меня слышишь? Да, это я. Ага, все, окей. Блядь, друзья, отойдите быстро, проверка РГО. РГО это плохо. Не врывается. Он ой, блядь! А, я ударная волна, да ты шо? Ребята, у вас три раненых, прием. Не, ну, оглушение. Иди со всеми раненых. Американский флаг пошло. Да, вижу, у тебя тоже. Какой кнопкой гранаты кидать? Рома, у тебя такой красивый берет. Кнопку Б. Как вас лечить? Лечить. Давайте кого-нибудь убьем, чтобы я помню. Это лечить. Ковер, да? Не будешь, да. А, это ковер. Бля, ковра не загрузила, он пишет. Надо перезапускать. А где он? Кого? Вот это он? Я не могу. Дайте лечение. Вот сучара, блядь. Это ястреб, черный ястреб упал, черный ястреб внизу. Вот как все было в черной меди. Ну я так и говорю, это зачистка последняя. Не должно оставаться свидетелей, никогда. Здорово, трэш-кик, привет. Здоровенький. Да, парни, у меня что-то просто... Спасибо за 13-й, спасибо за 13-й. Были и все, карты... Перезапусти игру. Перезагрузим полностью. А, ты на полгода сразу побахнул с киви, хорош. Ты все включил в лаунчере? Да, конечно. Перезапусти миссию полностью, может, поможет. А как я перезапустил? Да, сорфек сделаю. Ну, в Escape нажми просто. И по новой создай. Создал. А я передумал играть за гренадёра. Ну, шотган, я думаю, норм. Теперь. А чё ты захотел за обычного солдата? Ты можешь на инженера поиграть, если хочешь. Блядь. Да не хочу. Там у него подрывные заряды. Ну, не, я лучше солдат. Я могу за медика поиграть. Солдат газмаск. Это Мишаня вроде за него ебашит. Не, я шотган. А, ты Джокер ебашит. Подожди, есть инженер, важный персонаж, он нам нужен. Можешь за него взять, да, если хочешь. Не, так ты же играл на нем, не буду у тебя отбирать хлеб. У него хлеб. Там только подрывные заряды, не хочу на нем играть. Ну, Ивелбачи, я не скажу, что это плохо на самом деле. Нам нужно подрывной заряд, потому что... Я не скажу, что это плохо, пускай лучше переносят, чем выпускают говно. Да, Саня, да ничего, поднимешься. Как раз вот под мой дым. А Летёха вон есть. Плюс-минус там где-то выйдет. Давай. Подрывник это инженер, а гренадер это просто стрельбойчин. Не знаю, мне пулемет очень нравится. А, получается только ковер, да, вот законнектился. Слушай, я на месте. Сроки, я на месте, я... Пуск. Только, стой, ИИ не надо убирать? Не, ИИ надо вроде убрать, кстати. Да. Нет, у нас был Сеня Болт, и он не появился. Ну лишних-то пошли. Нет, да. я имею в виду лишних убрать, которые на слотах. Все. Сеня Болта не убрали, ребята. Да его Сеня просто раз не убрали. Нет, пусть будет. Пусть будет? Хорошо, пусть Рада, ты поставил хардмод? А кто такой Сеня Болт, и что он там делает, блядь? Я не знаю. А, ребята, так это Зевс, блядь. А, это Зевс? Да, мы же Зевс качали. Вон Сеня Болт сидит, и это Зевс. Я не знаю, я ставил этот Джокер, я, может, не менял? Ты что-то ставил, Радос? Пуск, мужики. Ох, посмотрим. Посмотрим. Ну, а счет третьего лица не играем просто. Да, хуй с ним, с третьим лицом. Я даже, блядь, не знаю, как его переключать в армии, если честно. Чё, все загрузились? Enter, я загружусь еще. Ебать, я загрузился, Радос еще не загрузился. У меня загрузка. У меня тоже загрузка. У тебя компьютер-то там, блядь. Всё, я зашёл. НАСА, нахуй. Всё, нормально. Всё, ништяк, запускай. НАСА. Guys good? Affirmative. Блять, а теперь Аня, вот Радоса все перекинула, найс. Валера! О, меня слышно? Guys good? Да, слышно. Ништяк. Валера.
Валера, спасибо за карту. Бейбет Балера. А если музыку в арме делать тише, то она будет в моде тише? Roger that. Affirmative. Что тише? Музыку. Не факт. Я не слышу. У тебя музыка играет? Нет, ну там после музыка будет. Good to go. Я вырубил музыку вообще. Keep your eyes peeled, guys. Yeah. Переключитесь на шепот и вибрацию пообщайтесь. Почему не поорать? Можно и поорать. Лейтенант, блядь. Да, давай рандом брифинг проводить. Так, Радос. Это Максон. А, это Максон? Да, да. Подожди, капитан, а я лейтенант, я постарше тебя буду. Блять, капитан, ну. Брифинг давай, еб твою мать! Мне, блядь, лет больше, чем тебе, получается. Поэтому я. Ладно, давай. Что там у нас по задаче? Лейтенант. Да ты капитан, чё, блядь? Вы брифингуете, блядь, о чём речь? Так а чё я-то, ты же старший. Я просто старший по возрасту, а вы старший по званию, товарищ капитан. Ладно, погнали, нам нужно защитить этот ёбаный комплекс. Тут чисто, капитан, закрыто. А как открыть? С пистолета. Почему ты первый? Должен потому что я с пистолетом, я тактикулю. Погоди, Алексей это медик, да? Или Джокер медик? Может быть, я думаю, гренадер может это открыть. Нужно открыть эту дверь, блядь. У меня специалист. Я могу выстрелить в петли, они отломаются. Не, пойди, да, там дробовикам. Должно быть типов. Огонь с дробовика по двери. Отмена стрельбы. Ну что-то хуйня какая-то, да. Я могу заряд подрывной отправить. Ребята, лейтенант протискивается. Парни, толкайте его сзади. Давай. Может, что за звук? О! Чё, Максим? А, блядь, это у меня почти пролез, кстати. Надо что-то включить тут, блядь, погодите. А может на лифте обратно вверх уехать и хуй бы с ним? Ну и правда. Вот как будто здесь что-то надо дёрнуть, блядь, рычажок какой-то, но он нихуя не дёргается. Подожди, а может быть я почитаю брифинг, команда, сейчас. Нихуя непонятно, команда ничего... Видосик дверь открывались, я видел. А фонарики... Не, у меня нету. Инженер, заряд туда под дверь. А на какую кнопку нажали? Просто, блядь. А вот это вот. Не работает. На пробел только. А у нас никаких кнопок нет, я даже не могу заряд подрывной поставить. У нас что-то с интерактивным меню. Тут говорят, скрипт не сработал. А, да? Скрипт? Да. Кушайте скрипт. Давайте без резни. Давайте без резни на этот раз. Давайте. А при чём, погоди, а какая резня была? Все же нормально было. В позиции. Ну что, предположение есть? Почему я работаю? Перезапускаю миссию. Может, это Task Force? Да нет, какой уж. Здорово, тут говорят, дверь нужно было на себя. Культ уже был, нет, культа не было еще. А, все понятно. Не, ну тогда-то ясно, че. Можем и не убирать. А его можно убрать? Нет, зачем? Или как, блядь? Ты имеешь на персонажах убрать? Джокер, это ни на что не влияет. Нет, я имею в виду, вот, типа, просто чтобы они оставались везде. А они не будут, думаешь, как эти? Ебало генерала представили нашего, который третий отряд уже отправляет. Потому что два проебались где-то неизвестно где. Так там, блядь... Два не смогли открыть дверь. Страшные эти ситуации, как там каскадный резонанс, и что нам происходило, блядь. А, да, он сам. Фонарики наел, наверное. Ты смотрел видос, и там просто она открылась, типа, сама, щелики, да? Щелики просто подошли, там, открыть дверь, бля. Они открыли, она очень медленно открылась. У нас был звук, кстати. Надо, наверное, одному человеку, пусть один подойдет, один откроет. Может быть, потому что несколько человек подошло, скрипт сломался, понимаете? Это задача для инженера. Звучит, конечно, интересно. Это задача для того, кто стоит ближе к двери, а это я. Все вроде загрузились, погнали. 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 Guys good? Affirmative. Миссия на 30 минут, зашли-вышли. 30 минут на строек, вы хотели сказать. Ну, блядь, больше вот эти заставки, нахуй, чем игры. Это ж классика. Валера, почему? Не, ну Валера хотел сделать красиво, я не знаю. Не, на самом-то деле миссия проработана нехуёвенько так-то. Озвучил тоже Валера? Если брать стандарт именно миссии. Good to go. Keep your eyes peeled, guys. Yeah, Roger. Значит, мужики. Ебать, это боты, да. Боты, да. Ебать народу, блядь, у нас пополнение. Бля, а мы сейчас можем выявить тех, кто не амогусы, короче, и захуярить их, и все. Да, можем. Вот гранатометчик амогус вроде.
Мне кажется, они будут просто сидеть. Да, так и будет. Посидят. Ну и можно приказывать. Можно им сказать двигаться или стоять. Так, ну вроде с дробовиком нету никого из ботов. Я, по крайней мере, спереди не вижу. Где он? Здесь, иначе пизда. Вот он сзади в лифте. В лифте. Или убить его. А, в лифте стоит. Ну я тогда ебану его. Или не ебашим. Не надо никого стрелять, он вся обратно. Ты куда? У нас дверь все еще не открывается. Открывается, да? Да. Не открывается. Рада, скажи мне вперед. Абрам, спасибо большое за подарочную сапку. Может, красную бочку надо взорвать? Да, они там стрелять собираются. Давай, давайте гранатометчика убьем и попробуем с ракеты выбить. Алло. Алло, да? Нет, ты не выбьешь ракету. Не-не. Блять, не попробуй, ты знаешь. Попробуй? Освободить, там пуск сейчас будет. Ты не можешь, да? Ты не можешь его? Не могу. Я могу тоже попробовать потом создать миссию. Короче, у нас взаимодействия нет. Нет менюшки, активного меню, да. Да, нет менюшки. Может, из настроек? А какие настройки могут быть? Вот такие? Я смотрю видос, парни. Ну типа колесико не крутится у нас. Да, черики подошли там просто как в армии, открыть дверь и все. Да у нас нету взаимодействия с этими, со всеми. Давай ты меня убьешь? О, вот, Джокер пролез, убей, блядь. Убей меня и лезьте меня за дверью. Нет, ребята, я прошел, ребята! О, я тоже, ууу! Там впереди дохуя дверей будет. Да, так это же без меня. Да понятное дело, блядь, это хуйня. Ну просто сам факт. Вас пушат. Ну-ка, а тут красная хуйня будет? Правая дверь. Ебать, проработочка. Абра, спасибо за еще одну сабочку, благодарю. Какая, где? А может всех подождем? А все пробрались? Я ничего не пробрался. Ви, тыкайте. Перелазить. А у вас вообще зероинг работает, пейджап, пейдждаун на МК? У кого МК? Да, у меня на М249 работает. Охуеть, двери закрылись. Открылись. Давай, Радос, руку. Она багованная, типа. Блядь, я не понимаю. Типа без оружия лежат просто. О, они живые. Не-не, другие типа. О, жестко. Да-да. Так, Радос, давай вот с двери как-то, да, ковер вот так вот. Добрый, это все прошли. Не-не-не, радуга еще копается. Куда идти ему? Да вот даю, блядь, не берет. Я пока винтовку пристреляю, подождите. Фонарика ни у кого нет вообще? А мы не пройдем миссию, на самом деле. Ну да, мы хуйней маемся, факт. Ну, без надо другому миссию создать. Я понимаю. Давай, ну давайте. Дайте хоть мужиков посмотреть, подожди. Да не подпирать. Я прошел. Он прошел. А может тут заработает сейчас, нет? Свои. А, блядь. Ух, пиздец, дверь закрылась, я думал, это все, конец. Они чилят, хуй с ними, пошли дальше. О, тут еще дверь открылась, налево. Пойдем налево тогда. А, может реально первая дверь только лагает, а остальные работают? Так у нас инвентарь не работает, ну типа. А, это закольцовано. У меня работает инвентарь, блядь. Работает инвентарь. Я имею в виду взаимодействие, типа. Так, может нельзя, может не надо с ним взаимодействовать. Это просто дорога назад, да, зацикленная. Подожди, так нам нужно всех зачистить, блядь, о чем речь? А, так я типа, Бессмертные? Они типа зачищены. Кто упал? Я не могу лутать. А кто лежит? Они наши. Это не наши, точно? Я думаю, это не наши. Готово. Форма друг. А это они переоделись. Переоделись. Команда зачистить всех. Сволочи. А это кто такой стоит? Тоже не наш. Наверное, зачистки, блядь. Тоже не наш, согласен. Там еще стоят. Зачистить всех. Понял. Им расслабься, похуй. Он уже мертв. Точно? Ну, блядь. Ну да, все, уже несовместимое с жизнью. Так, сзади чисто. О нет, снова эта дверь, ребят. Блять! Добро пожаловать в ад. Ну, да кто-то пошел. Хуяки! Блять! Добро пожаловать в ад! Блять! Потеряли одного. Кто-то умер. Она автоматически закрывает. Медик, помогите раненому. Я не могу его лечить, потому что на нем не возникает менюшка детства. Чтобы не мучился. Блять, жестоко. Да ебучая дверь.
ебучая дверь, откройся. Лезь, лезь, мужики. Толкайте, толкайте, сзади, сзади, толкайте. Надо подталкивать. Только вместе, вперед! Блять. Ну вот, меня убило. Да, меня тоже захуярило. Наши заебили гранаты? Я не знаю. Я готов посмотреть. Я чиню. А зачем? О, кто-то пробрался. Все заработало. А это кто идет? Вот это кто? Давай, давай, меня. Кто это пулеметчик? Вот это кто пулеметчик, блядь? А, ебать, когда убиваешься, она работает. А, так все заработало, да. Ты умирал? Сеня, это ты с пулеметом тащишь кого-то? Нет. Кто тело тащит? Кто тело? Ладно, я понял. А вот этот кто сидит? Но мне кажется, ну, блин, ФК хочет. Вот и ФК сидит. Вот и же ФК сидит. Бля, пацаны, спасибо, что вы меня стреляете, нахуй. Ну, да. Благодарствую, блять, просто. Это нормально. Просто благодарствую. Вот работает, мужчине тебе все. Все заработало, ну все четко. А эти хули живы еще? Так это ж заложники, блядь. Какие нахуй заложники? Ебать, это джавелин есть, ребята. У нас нету понятия заложник, у нас есть понятие зачистить. Нам нужно убить всех. Ну, двигаемся тогда дальше. Подождите, а все готовы? Да я не буду джавелин. Это темпу, можно патроны на эмку все. Миллион патронов на эмочку, да? Да много, много. Можно проверить. Она дробаш взяла нормально. Да в смысле мы своих убиваем, мы защищаем, блять. Это не убийство своих. У нас GPS можно включить. Как? На какую кнопку, Саня? Ctrl-M. Впереди справа от парковки труба. О, ебать, круто. Надо проверить, работают ли, ну, боты по нам ебашут или нет. Это свои, это наши боты, это свои. Надо дальше идти налево, через левую трубу. А зачем мы им пизды дали? Сочистили их, смысл прикалывать. Это типа наш аванпост здесь, понимаешь? Да, здесь типа наш аванпост, типы стоят. Их тоже чистим, ребят? Всех чистим, блять. Убили заложников, убили всех нахуй. Ну тогда им и дорога. Я знаю, как это сделать. Я походу не тут. Ну все, подходите, парни. Дверь можно открыть эту, слышишь? Да, да, да. А какую? Открывай. Вот эту? А, вам на восток, восточная часть. Я вас их возле экстра нашел. Не, нам походу направо, вон туда. Вам на восток, ребята, на восток, восточную часть парковки. О, ага. Показано, где мы находимся, ебать, посмотри, Максим. Приблизь правой кнопкой, типа, он покажет прям. Вот, вот тут прямо, вот левая. А, да вот вы где. А, ну так там, да, там боковая дверь какая-то. Пешеходный переход, Сеня, аккуратно. Все, уже слышу. А сейчас хорошо? Ай, ну нахуя? И нахуя? А, или это бот был? Ебать, меня бот... Че за хуйня? Ебать, все, мужики, типа... меня бот захуярил только что. Его сейчас и второй захуярит, это, мне кажется. А второй нож уже. Это кукла. Это кукла, блядь. Пойдем. Да я не один, кто убивал, зачищал. Я не могу. Нет опции лечения. Никак. Обманщик, я видел. Я видел на видосе, они все с фонариками. Вас вы не нацепили? Я видел на видосе, как Родос своих уярил. 100%. А мы нет. Мы, видимо... Подожди, это наш дубинчик. Просто блюет, блядь, чё в него сразу хуярит-то нахуй, это свой. Это свой. Солдат, ты шо, это выстрелили? Ты шо, где-то выстрелы, давай вперёд. А чё, его зачистить нельзя, да? Да мы, видимо, не направо, видимо, наш. У нас несколько людей, налево и прямо. Жалко, нельзя. Блядь, я не вижу ничего. Это у людей, у которых на ПК есть фонарики. Врубайте, мужики. Я не... А как его? А Л. Зато двери работают, блядь. Да, двери, заебись. Это после убийства. Надо было всего-то сдохнуть. О, есть фонарик, парни. Не фэк. Так, тут канистра стоит.
Если два раза С нажимать, вы будете с винтовкой идти. Пока что все тихо и мирно. Да, да, вообще спокойно все. Вот прогуливаюсь дома. Неплохо живешь. Да, парни, мы должны кино снимать, а не так на похуй бежать. Мы просто бежим. Мы инсайд зашли? Да. Мы идем, у нас мы же халфу играем. Кто там? Блять, тут хуйло лежало. Надо кричать, контакт! Но он умер, да? Все, это обычный строитель. Он жив, блять, но не могу сказать, что он может что-то предъявить нам. Нормально, нам нужно прямо. Нам нужно на восток, Радос. Нужно налево, мне кажется. Вот сюда. Ну на восток, да. Там. Готовы, чистим. Ехали. У нас утра не было. Лежать мордой в пол. А, нет, погоди. Так, а чё? Так, а где, блядь? Ну домой, ребят, едем. Не, ну вот лежат ребята, но это свои-то, будто бы. Где свои-то, блядь? Ну это типа охранники. Он мёртвый? А, ну да, он мёртвый. Да, он труп. Он просто лежит так. О, тут лутаться можно. Да, шлем всё возьмёт. Тут всякие ящики лутать можно. Мы прошли дальше, команда. Двигаемся. Так, вот это кто ли? Опа. Вот это, вот этот живой. Или то... Нет, тоже мертвый. Что случилось? Их убили. Блять, да чего они так лежат-то, сука, все? Да мы попятились, тебе надо фонарик. У него как у меня дробаш, интересно. Это лифт. Да. Мы пошли дальше, нам нужно дальше двигаться. Вот сюда, думаешь, надо? В лифт? Да, мы можем открыть дверь, тут можем открыть электронную дверь. Ну так написано. Так нужно отключить реактор корпуса. Идем где отключать реактор, парни. А, реактор корпуса. Да, все, идем. Радос. В смысле, так, где? Ну вот куда ты идешь, Радове? Где там взрывчатка? Ладно, постоим, посмотрим. Где инженер? Инженер! Я здесь! Взрывчатка нужна? А, взрывчатка, да. Мужики, тут лифт рабочий. Идите в лифт. Какой лифт? Погоди, тут Джокер сейчас взрывать будет. Взрывать? Нет, вы меня убили, у меня нет взрывчатки теперь. Как это нет? Где твоя взрывчатка? Сейчас бегаю, подожди. Сука, ты поменял рюкзак, так и скажи. Нет, я не менял. Блять! Пацаны! А? Все, Алькор сейчас станет либо лучшей версией Алькора, либо худшей. Тут где-то на полу еще лежат патроны, блядь, для меня. Пацаны, вызовите снизу, ёб твою мать! А нехуй было лезть, пока, Алексей, нехуй было лезть в натуре! Выгоняем его. Все, блядь, кикаю нахуй. Рапорт, блядь, на стол нахуй, по собственному желанию, понял, блядь? А куда он уехал-то, блядь? Да наверх куда-то, наверх. Блядь. Так счастье, мой хлоп, помогите. Не, а мы же можем вызвать. А, блядь! На что, Макс, здесь патроны есть? Я вызвал. Я взял, спасибо, Сеня, я взял. А теперь вопрос, как мы вернемся, блядь, к нему? Мы, я вызвал. Я отпускаю. Погоди, а Джокер, ты взял бомбу, бимбу? Я иду за взрывчаткой. Все четко. Нужно включить генератор, потому что дверь нет. Блять, она... А, нет, она все еще не открыта. Ну, там нет, электродверь. Нет, нам нужно отключить реактор. Но для этого нужна взрывчатка. Лифт едет, ребята, все в лифт. Так, там возможен противник. Нет. Возможен противник в лифте на изготовку. Да, Джокер может взорвет, да. Сегодня ваш швейцар, какой этаж? Любой. Так любой шо? Этаж. Мы одного не дождались. Не, заходите. Ну Сани нету. Если что, а может мы лучше бы взорвали мы бы проход? Мы все не влеземся. Мы сейчас сначала туда отправимся, а потом я за Сани съезжу. Блять, а мы отправимся? Мне кажется, мы сейчас отправимся на тот свет. Блядь. Возможно и вправду. Да нормально. Этот лифт рассчитан примерно на 20 человек. Так, блять, на снаряжение сколько, блин, на эти 20 человек как раз? А что там написано справа на пульте? Прочитал тот. А, нет. И вот здесь бота наша стоял. Что-то непонятное. Васхир какой-то. Лейксмен Васхир. Выходите, я за Саней. Мы в начало, что ли? Саня, ты где? Ребята, я добыл взрывчатку на месте своего трупа, я иду. Бля, глава 2. Не стреляйте, не стреляйте, это кто говорит? Тут чел живой какой-то у меня. Подождите, надо за Саней съездить. Стойте, надо за Саней съездить. Езжай. Все, езди за Саней, это твое наказание. Но где живой чел? Я не понял. А, ой, вот он. Послушайте, у меня мало времени, я знаю, что вы хотите попасть в корпус А. Я наблюдал за вами, но...
Я не успел прочитать. Моего напарника зовут Майлз. Мы тут с самого основания комплекса работаем. Буквально недавно мы наткнулись на каких-то типов в черном. Мы думали, что эта спасательная команда пришла за нами. Как же мы ошибались. Они начали шмалять по нам. А его, видите? Попали. Мы разбежали в разные стороны. Я не знаю, где теперь мой напарник. Но если вы найдете его там, найдете и ключ, наверное. Все, в расход его? А, нет. Стоны! Я предлагаю, что мы побежали дальше по коридору. Это все, что я знаю. Пацаны, у нас Саня потерялся. Радуга, по твоей команде. Открыть огонь! Пойдемте дальше. Ну мы выполнили приказ. У нас не было выбора. Саня опять пошел соло-качить. Почему я не удивлен? Джока, как ситуация? За тобой отправили в лифт. Я нашел Саню, Саня найден. Так вы поднимаетесь на лифте наверх? Поднимаемся, да. Газики, берите его, у кого нет. А кому-то хуёво. Саня трахует, бля. Парни, вас не смущает, блядь, что мы тут, а? Мы на работе, блядь. Я понимаю, что вы хотели уединиться, но не нужно же на работе это делать. А вы куда ушли? Вы вниз спустились, пацаны, или чё? Бля, возле лифта. Капитан, ты не поверишь. Подойди сюда, пожалуйста. Я вижу это. Нет, капитан, ты не поверишь. Ну чё, жив? Так, я не понял, бойцы, блядь. Так, блядь. А хули он? Ебать! Витаскалеты передают. Так, где у нас РПГшник, нахуй? Так, с гранаты его надо, парни, гранаты. РГО, отойдите, РГОшку кидай, РГОшку. Завели. Да, блять, ну кто пробежался? Ладно, побежали, ребят, все на месте. Где вы гадики взяли? Да позаби, там один лежал, или два. О, VR-очки, нихуя себе, хочу. Вот тут еще один газик остался. А он не берется. Ладно, вперед. Двигайся, бля, двигайся, без фонарика, без чего-то дальше. Фонарика вообще Unreal Team, но да, пиздец. Это правда, ничего не видно. Поехали. Работаем. Если тут будут люди в черном, мы их увидим. Как ты узнал, что люди в черном? Он типа так сказал. Ну он сказал про людей в черном, да. Пришли люди в черном и начали шмалять. Вот они. Кого? Ай, блядь. Как он меня ранил? Медик! Медик! Я сам перевязываюсь, это нормально. Я не могу перевязать. А я перевязываюсь сам, нормально. У них ПНВ вроде есть еще. Вот ПНВ звучит охуенно. Так, у него тут. Я забил. Блять, ничего не получается, короче. Я забил тут с него этот. Броник. Нихуя, блять. Не броники? Да, третий. Я хочу фонарики банный на. Фонарик на МП5 валяется, походу. Жизнь, семка с глушителем. Да и на всех МП5. Чистим, все готовы. Да. Мужики, готов. Ебать, музло пошло, а? Готово. Повалило. Работаем. Парни, мне кажется, что тут нужен был Сеня, блять, как его там звали, нахуй, чтобы... Да. Сеня Болт? Да, чтобы он должен был... Да. Огонь, огонь, потери у нас! А, блять, сразу мутация идет, нахуй! Отравлен! А! Блять. Бля, меня тоже убили. У меня мышка, блять, вылетела, нахуй, на фоник другой. Бля, ну без фонарика или ПНВ тяжко, конечно. Ребята, спасайте раненых. Радуга придется срезать. Нет. Придется срезать яйцо. Ладно, тебе можно, давай. Их нету ПНВ. Нету ПНВ, блять, ну и хуйня. Да, лутаются. Только нужно взять их разгрузку, разгрузить ее на пол. После ну, походу, этого надо брать. И загрузить ее. Да, кто раненый с джавелином лежит? Я встал. Что, там догонка, блять.
отрезаю яйцо. Ты думаешь, так быстро ампутация яйца проводится? Да, да. Это мой клон лежит, походу, слышишь? Угу. Хоть патроны на дробовик сочно выглядит. Походу надо было взорвать то, что там было, где лифт. Там бы... Зачем? А чё я могу патроны, блять, взять? Походу нас багануло просто супер люто. Игра. А что именно багануло? Да почему не... ничего не багануло? Что, о чем вы? Бля, не могу лутать типов какого-то хуя. Я могу лутать типов. Это... А убить Мишу надо убить тогда? Кто не может? Я. Забагалась что-то эта хуйня. Миша сейчас придет себя. А, я с МП5, блядь, и остался, лол. А ну можешь взаимодействовать теперь? Не, я взаимодействовать-то могу, я имею в виду перетаскивать не могу эти магазины. Во-первых, райт-кликом... Не, райт-клик не идет. Сними с себя вещь, одень их вещь на себя. Ребята, там стоят чуваки. Да не, забей, короче, я с дробовиком пойду, ебалово лишнее. Да погнали, возьмите все стулы, погнали. Во, мои патроны берутся, на дробовик, хуйня какая-то, значит. Кого ковер? Нихуя не слышу. Убили, все, стоп. Заходим. Бля, я видел, как у Туинсай спрыгал по перилам и вниз нахуй. Пробуем. Ну реально попробуем. Пробуем, блять. Там вода, блять. Его можно вылечить. Да, его можно лечить, но зачем? Погоди, кто это? Зачем? Ну-ка дайте, что у него есть? Стойте. Во. Суки, украли, блять, у него ПНВ было, да? Да это не ПНВ. Блять, я видел, это было ПНВ. Вот, я положил обратно. Да все, все, ПНВ, ладно, видишь? Ясно. ПНВ. Бля, ну не, без фонарика вообще бред, я супер мало вижу. Я даже вот этого типа не... Я увидел тех, этого типа я даже не увидел, блять. Ребята, я, ой, если что, выбрался из комплекса. Хорош. Да, хорош. Тут рапорт напиши, пока мы тут зачищим. Тут внизу выход, а это короче. Без фонарика. Блять. Парни, нам лишь. Мы пришли в начало. И сюда. А, стоп. Это не начало, ты че говоришь? Ну там нельзя же по лифту подняться. Ну это просто комната другая какая-то. Мы должны карточку найти. Да, нам нужна какая-то карточка. А как фонарик включить? Как фонарик включить, пацаны? L? А если не врубается, значит нету. Не, у тебя нету его, Миш. А, да ёп. Надо всем за Максимом, ребята, как слышно. Блять, и дробовик мой спиздили. Тут очень темно. А ты можешь гранату подсадить? Сейчас, погоди. Зачем? Взлететь? Где? Вот, в углу лежит, вот здесь. Сейчас, подождите, мужики, я найду тут выход и после этого скажу, что можно прыгать или нельзя. Во, охуенно. Все, четко, работаем. Вы пока двигайтесь, я догоню. Там тупик. Там мы даже карту найти, у нас же миссия есть. Вы в начало ушли, да, куда-то? Ну, они бегут, да, к лифту. Нужно войти в комплекс А. Но в комплекс А там, там закрыто, Джокер. Нам надо, наверное, найти реактор и взорвать его здесь где-то. Да реактор не тут находится, реактор там, где взрывчатка. Джокер, дошел взрывчатка? Да. Ты смог уже взорвать дверь? Пойдем взорвешь эту хуйню. Ну, надо, чтобы все были, наверное. Ну да. Возвращайтесь все к лифту, ребят. А сюда мы тогда нахуй шли? Хуй знает. Хуй знает. Блять, а на МП5 не берутся, да ёб твою мете. А может... А, может, блять, просто его одежку нахуй. Да он нахуй заебал, реально. Он еще жив там. Я еще. Стойте! Мы поместимся? Да.
А где ты, Миша? Вот, вот я. Он здесь. Бля, парни, мне нужны магазины на МП5. Я хуй знает, какие я не пробовал подобрать. Миша выглядит, как они, ребят. Они не подбираются. Они с каких-то подбираются, с каких-то нет. Да, вообще хуйня какая-то, блядь. Да не, подбираются со всех, не знаю, у меня проблем не было с этим. Ой, блядь! Это, видимо, у ой, блядь, ну у нас... Давайте просто перезапустим нормально, по-быстрому пройдём. Я говорил, не пометимся все. Пометимся. Джамп-раунд, блядь. Он там кричит до сих пор. Парни. А вот и радуга. А где радуга? Там Максим Дестрон появляется. Мне кажется, надо перезапускать. Да, ребята, мы тут за стеной. Я скоро пробую. Попробуй взорвать сначала. Не радость, пиздец. Санька. Да. Парни, а вы где? Мы? Дос Арсений. О. Да как сказать? Я сейчас постепенно слышу. Ай, блядь! Да нет, тут дверь, Саня! Ёбаный бобаный, Санёк, ты шо? Чего я ничего не делал? Чуть не убил нас. Сеня выстрелил. А, это Сеня? Наверное. Это не я, пацаны. Сразу после слова «я постреляю» произошел выстрел. Это Дос гранату кинул. Я думал, смогу в это... Да, Дос, я без сознания, типа. Я тебя лечу. Ты поставил, Саня, взрывчатку? Да, я поставил. Хорош, профессионал. На, вы в текстуре застряли, что ли? Да, бля, а где вы? Где вы именно? Вы нас видите? Давай, проверь, сходи. Мы находимся на этаж выше в комнате. Проверь, квадратный. На этаж выше в комнате квадратный. Да, ну на лифте, короче, мы из-за лифта застряли, блядь, это все. Ты точно таймер поставил? Если вы по текстурам, надо перезапускать. Потому что мы по текстурам. А какой таймер был, Саня? Я просто запарился другого бота и сейчас бьюсь один на один с дверью в начале. А-а-а. Но... Бля... Ну, я говорю, что... Я говорил, что оно забагованное, потому что там куча трупов лежит, типа, ну, я... они должны лежать как трупы. Быстро выдам. Миссия охуенно сделана, подземный комплекс очень здоровский, но недоделанная. Очень сильно недоделанная. Факт. Типа, я... Там уже написано, что она багованная. Без проблем, типа, я... Это, Максим, это у тебя в чате пишет Валера229, удалите миссию нафиг, она забагованная или что, блядь? Вроде как мне говорят, что это даже, возможно, он, блядь. Так что, вы хотите, чтобы я ее не запускал, правильно? А можем пойти другую сыграть. Может, кто-то пересоздаст и у другого? Можно другой пересоздаст, но я там просто сваливаю. Попробуй, Максим. Попробуй, Максим. Куда ты там собрался? Ладно. А куда ты собрался? Не надо. Но мне нужно на работу. Куда? Как сказать? Я иду на рынок, как сказать? Йоу. Йоу. Йоу, собаки. Йоу. А у вас я... Ты на работу идешь, Адас? Нет, не на работу, ну просто там РПшку продолжить и договориться. Понял. Договорились. Ситуация вчерашняя, обсуждать дальше, типа, отыгрывать. Было имя сервера написать, секунду. А, Максим запустил. А, ты хочешь, давай ты запускай. Не, я все, уже присоединился. Пинг 15, вот это я понимаю нормально. Пинг 150, вот это тема. А я уже вышел с РВК. Я зайду, а потом я ливну. А в смысле вышел? А зачем? Что это ты вышел? А как карта называется? Виртуальная реальность? Блокмеса. Нет, а где она? На Тануа эта карта? Или где Родос она находится? Просто, нет, это SiteTech Military Complex. Вам в штате Амазон. А у меня нет этой миссии, бля, ребят. Так что давайте другую кто-то пусть создает. А в смысле, как нет? Как нету? Все, отстаньте от трупа. Валера говорит, все, бля, ребята, хватит в нее играть, отстаньте от трупа. Нам создатель карты говорит, все, блядь, хватит. Так, тут Black Joker создал в Black Joker. Она когда-нибудь оживет? Он же сказал, она труп, блядь. Оживить труп. Я, блядь, станцию играл, там легко труп поднимается. Давайте другую мишку сыграем лучше. Давайте. Тогда найти ее надо. Все, ништяк, договорились.